Привет всем, друзья! В этом видео расскажу, как сделать своими руками карманную походную свечу долгого горения. За основу самоделки взял стеклянный тюбик от автомобильного освежителя воздуха. Деревянную крышку откручу. Теперь пластиковую крышку откупорю гвоздем. Из ваты скручу фитиль. Понадобится немного ваты. Фитиль готов. Теперь я буду использовать небольшой кусочек фольги. Я сложу его в несколько раз. Лишнее оторву. Гвоздем фольги сделаю отверстие. Фитиль в проделанное отверстие в фольге вставлю. Пришло время свечу заправить. Буду использовать соборное лампадное масло. Для удобства заправки возьму обыкновенный шприц. В него наберу немного масла. Флакончик заправлю маслом. Фитиль вставлю в стеклянный флакончик. Фольгу вокруг горлышка обожму. Для ускорения пропитки фитиля маслом я со шприца фитиль маслом смочу. Все готово, пришло время испытаний. Для транспортировки крышку я накручу. Со спокойной душой отправлюсь в темное место. Теперь только достаточно открутить крышку, и свеча готова к своей работе. Остается только фитиль поджечь. Он сразу воспламенился стабильным высоким ярким пламенем. Визуально видно, что стало намного светлей. Как вы уже заметили, эта модель свечи совершенно не коптит. И ядовитого удушающего запаха не имеет. Для увеличения света можно поставить к зеркалу свечу. В помещении станет в два раза светлей. В любое время можно ее с легкостью потушить, закрыть крышкой и убрать до следующего раза. Кому такая идея для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться.